почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литерева, профессор Авиатского государственного университета. Мэри Элизабет Мэйпс Додж, американская писательница, издатель книг для детей, прославилась повестью «Серебряные коньки» 1865 год, сюжет которой разворачивается на фоне географического и бытового писания Голландии. Это произведение считается классикой. Издание, о котором мы говорим, это «Азбука», 2018 год, интересно тем, что впервые в России напечатаны оригинальные иллюстрации американского художника Алена Догетта. И правда, они прекрасны. Сама же книга современному российскому читателю покажется несколько, как бы помягче сказать, несовременной. Она словно состоит из трех частей. Первая о чудесных, трудолюбивых, добрых, честных, благородных, но ужасно бедных братья и сестре Хансе и Гретель, об их стародалице матери и об отце Рафе Бринкере, который 10 лет назад, укрепляя плотину, упал с подмостков, потерял разум и память. Вторая часть – скучноватый путеводитель по Голландии середины XIX века, описательный и дотошный. Третья – образцово-воспитательная, направленная на моральное совершенствование голландских школьников, мальчиков и девочек середины XIX века. В книге много доброго и трогательного, но такое впечатление, что все три линии наспех прилепили друг к другу, и что, в общем-то, никого не волнует, что это выглядит не совсем органично. Очень подробно автор рассказывает о Голландии, ее истории, мельницах, плотинах, о стойких трудолюбивых голландцах. Но это, скорее всего, компиляция, по крайней мере, так выглядит. Середина книги посвящена путешествию шести мальчиков по Голландии на коньках с каким-то мазохистским описанием посещенных ими музеев, замков, домов, исторических фактов и неповторимого быта. Персонажей больше хороших, так сказать, положительных, а плохих поменьше. Ханс и Гретель любят кататься, но у них коньки из деревяшек. Невероятный случай помогает им получить деньги и купить настоящие коньки, и не только в них щеголять, но и принять участие в соревновании на скорость бега по льду. Приз – настоящие серебряные коньки. Добрый доктор делает бесплатно операцию отцу. Тот все вспоминает, выздоравливает. Думаю, все вы, дорогие слушатели, догадались, счастливый конец неизбежен. Деньги, спрятанные 10 лет назад, нашлись. Гретель выиграла серебряные коньки. Ханс станет богатым и профессиональным врачом, а старый врач, благодаря Бринкерам, найдет сына. Все будут сыты, счастливы, довольны, и везде царит мир и радость. Такая святочная история. 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресу сам Преображенская, 65, и Ленина, 103А. До новых встреч. Дай почитать.